Всем привет! Съемочная группа сайта Kerch.com.ru все еще пытается добраться до площадки, где вот-вот начнется первое авиашоу в Крыму. Выехав из Керчи 2,5 часа, мы застряли в пробке буквально в 4 километрах от эпицентра событий. Люди стоят по несколько часов, нервы на пределе. Самые нетерпеливые разворачиваются и едут в обратную сторону. Однако мы все же надеемся успеть и показать вам самое интересное. 2 часа с половиной уже добираюсь. Организация ноль. Работает ГИБДД очень плохо. Единица их. Чего ожидаете от авиашоу? Мощь государства России и президента Путина. Что вы обратно едете? Намокли. Промокли? Мы не доехали. А долго ехали? Еще 6 километров, такая пробка. Добрый день! А вы откуда едете? Из Керчи. Как давно выехали и как добирались? Часов 9 где-то выехали, 8. Ну и где-то уже часа полтора, наверное, едем. Из города Керчи добирались отлично и доберемся до конца, и все посмотрим, и все увидим. Потому что нам очень хочется. Почему решили приехать на авиашоу? Чего ждете? Ждем, что Дарс будет стрелять будет с этих самолетов. Мы только по телевизору все это видели, теперь хотим своими глазами увидеть. Уже 11:30, мы просто боимся не попасть туда, но надежда умирает последней, поэтому держите за нас кулаки, мы обязательно доедем. Кабан дикий, ребята! Слушай, мам, а там в толпе, вот в очереди нашей, пошел разговор о том, что авиашоу отменили, прошли какие-то детские автобусы, и они пустили такой слух, это правда или нет? Едут все равно туда люди, да? Время без 5:12. За полчаса мы проехали всего лишь меньше километра. Многие возвращаются обратно. Людей пугает дождь. Время ожидания в пробке затянулось настолько, что люди начали дружить машинами. Мы, например, дружим с этим зеленым микроавтобусом. Ребята настолько устали и измучились, что мы решили поделиться с ними радостью и принести им вот такой вот сладкий презент. Девчонки, здравствуйте! Здравствуйте! Мы вот делимся с вами радостью. Это вам. Спасибо. Чтобы вы не скучали. Девчонки, расскажите, откуда вы едете? Мы вообще из Москвы, а едем мы отдыхаем в пансионате Казантип. Вот, ну, не знаем, надеемся, что повезет, и мы все-таки доедем на Авиадартс и увидим, может быть, и тучи расступятся, наступит чудо, и мы увидим это волшебное шоу. Почему вы такие стойкие, почему вы не боитесь? Потому что победители, да, мы действительно видим, что многие разворачиваются, да. И мы говорим, и хорошо, нам больше места будет. Скажите, а что там слышно, что там говорят? Там ничего не слышно, там невозможно доехать. Там машины 3 ряда стоят. Скажите, а вас само... Скажите, сколько времени? Я вам скажу, сколько мы туда и обратно уже. 12:51. Вот, с 8:30. Да? Мы туда, вон машину бросили, пешком дошли, и там просто уже не проедешь. Они еще ничего не делали. Но не отменяют. Официально ничего не отменилось. Они ждут. Все хорошо, спасибо. Расскажите, как добирались на Авиадарце и были ли на той площадке? На той площадке был, добирался в 7 утра из Феодосии, вышел там на автобусы, городские автобусы. И приехал сюда, я буквально тут в 7:40 уже был здесь. Но все было хорошо до тех пор, пока не пошел дождик. Но дождик спутал всем карты. И вам, и нам, и всем остальным. Так что иду назад в Феодосию. А что там происходило? Говорят, там была жуткая давка, смерч был. Ничего не было, все нормально. Дождь был, гроза и все. Все было в порядке. Просто машин было много, а дороги узкие. Что вы видели? Выступления людей видели. Концерт? Концерт. Вертолеты летали там, модельки авиа. Вот. Потом пошел дождь. А вы откуда вообще? Щелкино. Как долго добирались? Быстро. Ну да, у вас тот... все проходящие. Да, да, да. Спасибо.
сегодняшнюю поездку можно смело назвать экстремальной. Проливной дождь, грязь, огромные пробки – все это ради того, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на показательные выступления российской авиации. И вы знаете, того, что мы увидели, достаточно, чтобы сказать, что наша страна под надежной защитой.